одна из самых больших проблем сегодняшнего времени – это накопленная усталость у людей, которая чаще всего выливается в боли в плечах, головные боли, боли в шее, ну и, конечно, там во всех отделах позвоночников, и чаще всего и в поясничном. Вот в данном случае есть большое напряжение в плечевом отделе, на плечах и в шейном отделе позвоночника. Одна из техник остеопатии позволяет мягко и безболезненно снять напряжение с мышц, улучшить кровоток, ну и как следствие этого улучшение общего состояния и гармонизации тела, чем сейчас и будем заниматься. После того, как удалось расслабить плечевой отдел или воротниковую зону, надо обязательно посмотреть, что происходит в позвоночнике, потому что неправильное и неравномерное напряжение мышц справа-слева может изменить геометрию шейного отдела позвоночника и, соответственно, утянуть какие-то позвонки в ту или иную сторону, наклонить или сдвинуть. Находим ту зону, которая наиболее напряжена, пытаемся понять и понимаем, собственно говоря, что произошло с позвоночником, там усиление лордоза или наклон в сторону излишний. И тоже с помощью нескольких техник, которые есть в остеопатии, корректируем эту дисфункцию. Сейчас определим, в каком отделе шейного позвоночника есть напряжение и дисфункции какого позвонка. Вот сейчас определяется третий позвонок, который повернут и наклонен. Соответственно, сейчас будем эту дисфункцию компенсировать. Делаем вдох и поворачиваем голову вправо. И расслабить. И еще вдох и голову вправо поворачиваем. Отлично. И еще расслабиться. Вот. Сейчас позвонок практически занял нужную позицию. Следующий находится тоже в таком же положении. И сейчас делаем вдох, поворачиваем голову вправо за плечо. И выдох, расслабиться. И еще вдох, и вправо за плечо поворачиваем голову. И выдох, расслабиться. Все, сейчас чувствуем расслабление мышц затылочной группы. Вот, который приведет к расслаблению, собственно говоря, дальнейшему всех мышц и надплечья, и спины за счет улучшения кровотока и нервной проводимости. Ну вот, а теперь одно из важных направлений остеопатии – это краниальная терапия, когда выравнивается движение жидкости и нервных импульсов в голове, который является регулирующим основным механизмом правильной работы нашего тела. Слушаем, какие есть ритмы, и по мере нахождения дисфункции мы их будем компенсировать. Сейчас вдох, вправо поворачиваем голову и расслабьте. Больно? Нет, просто страшно. Не больно.
Вот, по окончании этой техники организм получает правильный изначальный импульс для гармоничной жизни и хорошего самочувствия.